Дима. Он очень хозяйственный, очень такой вот... За ним как за каменной стеной. То есть это вот не дать не взять, больше я и не могу сказать про это. То есть когда он рядом, я могу ни о чем не думать и просто наслаждаться жизнью. И, наверное, для женщины это главное. Свадьба, свадьба, пляшет и поет душа. Свадьба, свадьба, как невеста хороша. Свадьба, свадьба, за невестою следят. Вот моя любимая девушка Аня. Очень добрая, очень отзывчивая. Вкусно готовит, очень вкусно готовит. Творческая, я ее очень люблю. И скоро мы выходим... Скоро мы женимся. Вот, едем в ЗАГС, вот, и это будет наш большой праздник. Аннушка. Ну вот, не отыскать ее лучше на белом свете. Но чтобы ее найти, нужно тебе испытания пройти. Думали мы и гадали. Ну, невеста-то у нас все умеет, и хозяйственная. И дома делает все, и рукодельно. А вот что ты-то умеешь? Вот это ты будешь дома что делать? Ты дома будешь делать? Покажи нам. Одну, две, три. А помощь зала приветствует. Не, давай сам, давай сам. Не спеши. Одну? Подумай. Не спеши. Самое главное одну. Хочешь, да. Не спеши. Обязанности. Так, вот это, да? Давай. Читаем. Забивать гвозди и закручивать гайки. Отлично. Замечательно. Умею, да? Ладно, давай еще одну. Еще. Что ты там еще-то будешь делать? Так интересно, да? Какую же еще выбрать? Так, так. А вот это. Копаться в автомобиле. Ну, это кто бы сомневался со своим автомобилем. Давай еще одну. А что же для жены ты делать прям будешь? Много обязанностей. Еще какую-нибудь. Даже не знаю, как с какой стороны подойти. Давайте вот эту. Ну, давай. Вертеться перед. Ну, это нам не подходит. Придется тебе еще тогда одно. Задание. Да. Прямо здесь, на этом месте, сочини стихи невесте. Красота. Вот, подбирай слова, так, наша фломастер, красота. Пиши. В рифму, чтобы было. А мы потом прочитаем невесте. Можем помочь залу. Наша. Да. Моя краса, не, моя, не, длинная нет. Коса. Нет, это не стихи, это не стихи. Да, стихами, стихами. Да, стихами. Ну, о, они красивые. Нет, нет. Слова. Ты краса, ты коса, ты глаза. Ты краса. Ну давай, пиши первое. Наша. Золотая ты коса. Да, золотая ты. А сейчас знаешь, что думаю? Точно, золотая. Вот это хорошо. Какие глаза? Незабываемые глаза. Давай, подержите. Давай, забудем. Букет подержите у него. Давай, сидите, держи букет. Анна, так, Анна, наша, ты краса. Наша. Анна, ты краса. Моя можно. Наша. Моя. Ну, да. Моя. Ты краса. Дальше. Молодец. Золотая ты коса. Золотая ты коса. Так, цвет глаз. Ну, не забываемый. Там что-то незабываемое, наверное. Голубые. Твои красивые глаза, как голубые небеса. О, вот это классно, твои. Как голубые. Твои красивые глаза. Как голубые прям небеса. Твои прям свидетель-то. Твои чудесные свидетель, слова. Что ли, женится? Я никак не пойму. Не, мы пока. Незабываемые слова,
Не забывай. Не, незабываемые. Ну, не знаю. Незабываемые слова. Прекрасные. Прекрасные дела, волшебная душа. Мои слова. Нет, незабываемые моя хороша. Да, нет. Отлично. А ведь о любви мои слова, как и все мои дела. Эти любимые слова. Блин, я просто знал, кого. Пушкин. Так, эти любимые слова. Ну, или любые там. Я знал там твои дела. Нет. Первый раз. Леш, что ты там? Эти о любви мои слова там какие, нет? Любимые слова. Ну, да пускай будут любимые слова. Волшебные дела. Не забываем. Нет. Давайте веселее, что вот. Так. Там как-нибудь такая, что тра-та-та-та-та душа, ведь ты у меня там. Сначала начните и. Анна, ты моя краса, золотая ты краса, твои красивые глаза, как голубые небеса. Эти любимые слова. Эти о любви слова вы хотели. Да, да, надо эти о любви слова надо было. Ну, последние слова. Как все мои. Подчеркиваю. Нет, как. Как все. Как самые лучшие дела. Как все мои дела. Тут надо смысл, что было, да. Не так, чтобы. Я уже подсказывать было. Начинаю просто. Да. Сейчас будем денег сдирать за каждое слово подсказанное. Не-не-не-не-не-не. Мы сейчас. Мы думаем, думаем. Ну, что-то на делах. Ну, я тебя люблю, слова, незабываемые дела и лучшая душа, ведь у меня ты хороша. Ты что, незабываемые дела? Эти любимые слова, незабываемые дела. Незабываемые дела. Наши дела. Наши дела незабываемые. Подожди. Широкая душа? Нет, там надо, любимая, чтобы у тебя что-то там моя душа. Моя широкая душа? Нет, любимая, как ты хороша. Чего ж ты хороша? И для чего ж ты хороша? Сил моих нету. Ну, пока не подскажешь, стих не напишешь. Я и так сразу скажу. Ну, нормально сейчас. Вот. О, ладно. Так и быть. Сейчас мы пойдем до дома, до квартиры, а уж там... Там придется тебе еще одно испытание пройти. Ты пришел за невестой? Да. Ну, конечно. Невесту можем мы позвать. Ну, как же нам ее узнать? Ее портрет ты нарисуй. Тогда найдем ее и приведем тут час. Вот, вот, рисуй, мы ждем. Портрет невесты. Отка сказала. Было бы еще художественное образование. Это так схематично. С правого полушария женщины 2 года. С правого полушария. С правого полушария рисуй. Так, держи. Вот ты сейчас. Так. Криво. Ну не суть, ладно. Надо будет искать, похоже, не похоже. Сейчас пойдем смотреть, там она. Подождите, да. Да. Так это что? Здесь это ленточка, наверное, там. А, ободочек да, такой. А, ну да, да, понятно, ободочек. Да. Ну ладно, фату хоть нарисуй, что ли. Невеста же ведь, наверное. Корона. Ладно, будем королеву искать. Да, мне только королева. Ну все, пойдем сейчас проверим. Она понятна? Ой, вот она. Похожа. Похожа. Здравствуйте. Краса, золотая ты коса, твои красивые глаза, как голубые небеса. Это о любви слова, незабываемые дела. И твоя широкая душа, любимая, ты хороша. Спасибо, любимый. Laugh and cry, live and die. Life is our dream, we are.
and I am not lost anymore. People run sun to sun, caught in their Нам крайне повезло с погодой в этот день. Едем в ЗАГС сейчас. Будем надеяться, что все будет хорошо. Чтобы вместо «я» вы произносили создать свой, хоть и маленький, но полный добра и уюта мир. Мир, в котором царствует надежда, вера и любовь к другу. Наступает торжественный момент. Государственная регистрация брака. Позвольте вас спросить, является ли ваше решение стать супругами взаимно, свободно и искренне? Прошу ответить ваш жених. Да, конечно. Ваш ответ невеста? Да, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака.
день вашего бракосочетания вы обменяетесь обручальными кольцами. Их блеск отражается в ваших глазах, заставляет трепетать сердце. Кольцо символизирует вечность. Пусть ваше счастье будет вечным и прекрасным. В знак любви и верности прошу вас, наденьте друг другу кольца. Объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга. Уважаемые супруги, я вас поздравляю с этим замечательным праздником, с днем свадьбы, и вручаю вам ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака. Уважаемые гости, приглашаю присоединиться к нашим поздравлениям и поздравить молодую семью. Пожалуйста. Долго шли к этой цели, долго старались, мы долго искали друг друга. Наконец-то мы нашли друг друга. Вот. И вот мы все-таки, наконец-то мы вместе. Вас первый слили. Да Дима все уже сказал. You give me a smile. A piece of your heart. You give me the feeling I've been looking for. You give me a song. Your innocent life. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. Forever young, just forever, just forever. In love, when you came into my life, you took my breath away. In the world, sometimes. Take my-
как нам повезло погодой в этот день. Хочу много детей. Ты как насчет этого? Много, это сколько на меня сколько? Слушай, ну минимум 5, чтобы 5? Такой большой дом, много-много ребятишек, все разного возраста. И тогда будем дом строить под 6 детей. Да. Вот. И будет у нас счастье большое. Дом большой для всех, всех, всех. Там, где мы построим свое счастье. Любимая, а годовщину свадьбы, это где будем справлять? В санатории, там же, где познакомились. Там же, где познакомились. Ну, хорошо, в санатории. В военном или, а, или в другом? Любом. В любом. Лишь бы да. Было хорошо. Да. Хорошо, любимая. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let
прекрасный день наш замечательный Дмитрий наконец-то стал уже женатым человеком. Мы очень рады. Во-первых, мы рады, то, что он, старший из братьев, женился, значит, следующие пойдут тоже жениться. И то, что фамилия Коваль стала на одного человека больше. И дальше мы ему же советуем и желаем, чтобы он был счастлив, чтобы его жена была тоже счастлива. И самое главное, чтобы детишки были. А то, что он работоспособный, то, что Анечка такая творческая девушка, мы все это знаем, мы их любим, уважаем и желаем им счастья, любви и долгих-долгих лет совместной жизни. Ну? Ну, мы будем кратки, я буду очень краток. Совет вам да любовь. Вот, берегите друг друга, уважайте друг друга и любите и любите друг друга. Радуйтесь вместе всю жизнь. Ну и хочется пожелать, чтобы семейная жизнь состояла не только из быта, но и из интересных приключений, путешествий и множества разных праздников, мероприятий. Да. Целуем. На полных любовью. Целуем. Целуем. Все. Дорогой Дима, мы тебя поздравляем с этим Мы днем. Очень счастливым. Рады, что мы наконец-то дождались. Ты вот был у нас на свадьбе, сколько там, 7 лет назад? 7 лет назад ты был у нас. И сейчас мы рады присутствовать на твоей свадьбе. Молодцы, поздравляем вас. Ну, вам всего, скажем еще всего много хорошего. Ну, сейчас. Ну, детишек вам побольше. Детишек. Да. Удачи. Так, не ссорьтесь, любите друг друга. Давайте дружить семьями. Дима и Аня. Громче. Поздравляем вас с этим торжественным праздником. День семьи, любви, счастья, радости. Желаем вам всего самого наилучшего. Детишек побольше, чтобы вы жили мир. Семейной радости самое главное. Счастливо. Не забывали о нас. Приезжали к нам на дачу. Потому что семейная жизнь, она заключается не только в том, что вы живете вместе, но еще не забывайте и о близких, друзьях и товарищах. Радости, невзгоды, все будет, но надо все это пережить, и все будет хорошо, не волнуйтесь. Так как вы молодая семья, а мы семья со стажем, и так как сейчас, это можно сказать, это говорится, Аня, ты знаешь, что в правительстве Москвы придумана такая фенечка, что семьи с более с бывалым стажем, так сказать, помогают молодым. Мы готовы помочь тебе советом, советом, примером. Ну, в общем, все ваши проблемы, если что, обращайтесь. Мы порешаем. Да, все время рады будем вам помочь. Да, все, да. Любим вас, целуем, обнимаем. Всегда обнимаем. Ваши, Анастасия и Сергей. Извините, что мы были такие скованные. Дорогие Аня и Дима, от нас, от ваших подружек, мы хотим пожелать вам, во-первых, конечно, счастья. Каждый день, чтобы у вас начинался с ощущения счастья. Конечно, терпения. Без терпения счастья тоже не бывает, правда, девочки? Конечно. Любви, потому что без нее никакие ваши попытки сохранить семью, они, как правило, тщетны. Поэтому любите друг друга, любите каждый день друг с другом, любите все, что вы делаете вместе. Ну и, конечно, любите нас, друзей, подруг. Берегите друг друга. Мы будем чаще к вам приходить. Да, почаще собираться нужно, обмениваться секретиками. И чаще встречаться. Да! Поздравляем! Димочка, Анютка, мы хотим вас еще раз поздравить с вашим таким большим днем, с вашим бракосочетанием. И, конечно, желаем долгих лет совместной жизни. Главное – это доверие. Доверяйте друг другу, живите в мире и согласии. Побольше вам деток и больше к нам приезжайте в Кашин с ними. Мы их будем кашинской водичкой лечить. А вообще очень важно, чтобы жизнь у нас не всегда хорошие моменты. Бывают и плохие, и важно, чтобы в эти моменты вы оставались всегда вместе. Никогда не отчаиваться и не складывать руки, наверное, потому что иногда прямо перед финишной чертой ты можешь положить их и не достигнуть нужного результата. Всего вам самого-самого хорошего. Живите дружно. Пока. Дорогая Анюточка, поздравляем тебя с днем свадьбы. Желаем тебе большого-большого счастья, любви, взаимопонимания, тепла. Чтобы у вас, Дима, все-все-все сложилось так, как вы сами себе задумали. Вот, чтобы у вас были дети, чтобы ваша жизнь была наполнена счастьем и радостью. Мы вас очень любим. Да, мы всегда будем рядом. И вообще, наконец-то этот день остался. Вас поддержим.
Целуем, обнимаем. Любим, да. Диме очень повезло. Такая хозяйка, такой очень человечек. Анюта. За тебя. Целуем. Да, сегодня это ваш день. Ура! Пока-пока-пока! Дорогие Дмитрий и Анна, поздравляю вас с вашим замечательным днем. Я надеюсь, что вы уверены, что вы не зря вы выбрали день, данный день семьи, любви и верности. Будьте любимы, любите друг друга, уважайте. Вступление в семейную жизнь – это очень серьезный шаг. Надеюсь, Дмитрий, ты сделал его осознанно, поэтому молодец, давно была пора. С самыми лучшими пожеланиями, Алексей. Пока-пока. Дорогие Анечка и Димочка, мы вас поздравляем с вашим праздником, с вашей свадьбой. Мы вас очень-очень любим. Желаем вам всего самого-самого светлого, теплого, любви, здоровья, здоровых, красивых детишечек. Чтобы все у вас было просто... Давай. Ага. И встретимся на золотой свадьбе. Да. Сейчас, секунду. Вашей. Ну или нашей. Как говорил один мыслитель, в общем, на смертном одре мы будем о чем жалеть? О том, что мало любили и мало путешествовали. Но вот с любовью-то у вас все отлично, а осталось наверстать, только попутешествуйте. Да, мы вас так что, ребята, давайте, я думаю, дерзайте. Ни одно путешествие вместе, я думаю, проведем, куда-нибудь съездим и что-то интересное придумаем. Всем пока-пока. Мы вас поздравляем, желаем всего хорошего, счастья, любви, здоровья и... всего-всего самого лучшего. Поздравляем! L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Can love, it's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me. По-русски с хлебом, солью. Мама всю ночь старалась, пекла. Угощайтесь. У вас есть возможность последний раз в этой жизни друг друга насолить. Далее жизнь друг друга нужно будет только подслащать. Пожалуйста, приступайте к трапезе. Ангела, мой большой кусок. Давайте, давайте. Подождите. Дети мои, Дима и Аня. Я благословляю вас на крепкую семью. На дружбу. Живите в мире в согласии, чтобы ваши семьи смеялись детям, чтобы в вашем доме было покой, благополучие. Совет вам до любовь. По маленькому кусочку отщипывайте. Отщипывайте, давай. Соли. Вообще не руками, а ртом откусываю. Да. Соли. Хорошенечко, но последний раз. Молодожены, голодные, с самого утра ничего не ели. Вот со вчерашнего. Руками. Посолили, теперь друг дружку кормим. Кормим. Понятно. Да, Дима, остальное в карман положи, дома доешь. Шучу, шучу, кусочки кладем. Отведайте заморского вина из рук папы. Наша дева сейчас крикнет, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Может, что куца? Пей, да, 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 пей,
Здесь самое главное, молодожены, запомните, где моя машина стоит. На счастье, любой рукой, главное через левое плечо. Но посмотрите, вот изучите площадку. Ребят, давайте на счет три. Раз, два, три. Первая хорошая новость, друзья, мальчик будет. Запомни. Да, примите родительское благословение. Благословение. Чуть позже объясню. Дорогие дети, благословляю вас на счастливую семейную жизнь. Всего вам хорошего. Ребята, это ваш новый семейный реквизит. Никого нужно поцеловать. Пожалуйста. Спасибо. Очень важные для нас, для всех, два вопроса. Все ли родители благословляют брак? Да. Совет на любовь? Да. Спасибо. Родители, вы такие же полноценные хозяева стола, как и наши молодожены. Поэтому на правах хозяев отпускаем вас в первый зал, принимайте, помогайте нам по рассаду. Друзья мои, сейчас те, кто у нас цветы не подарил. Молодоженов не обнял, не поцеловал. Сейчас можно будет это сделать, но за столом это будет сделать проблематично. Единственная просьба, они все сразу получат. Пожалуйста. Димочка, Дима. Все будет хорошо, все уже. Я вас сегодня не узнаю. Она вообще не узнала. Я вообще, я говорю, идет какая-то пара. И не наши дети. Хотя я вижу. Отлично. Господи, у меня легкая рука. Все хорошо, не волнуйся. Все. Дорогие мои, да, вот, я вас поздравляю. Анечка, у меня завяло. Я да все хорошо. Нет, это не хорошо. Просто такая погода. Не волнуйтесь. Да, свидетели или не хорошо. Просто такая погода. Они просто сами в эйфории. Очень рады. Там все цветы стоят, не волнуйтесь. Там все цветы стоят. Сегодня отличный день. Поэтому помните о том, что люди прошли через это чудесное. Там у них столько цветов. Столько останется. Можно?
Поздравляю. Да. Я, значит, кто? Я мать невесты. Мать невесты я. Да, очень рада. Поздравляю пару нашу. Совет и любовь. Спасибо. Приглашаем всех в зал. А теперь погромче. Дорогие друзья, не вижу повода не начать. С ищем, опрошу бурных оваций для прекрасной молодой пары в лице Дмитрия Валентиновича и Анны Сергеевны. Так, это мы. Если следующая фраза, на ваш взгляд, прозвучит актуально, тоже, может быть, поаплодировать, почему нет? Итак, Дмитрий Валентинович Носов, Россия, Москва. Да, Дмитрий, запоминайте, пару человек дети похлопали. Очень красивая фамилия. Следующая фраза. Анна Сергеевна Коваль. Полный аншлаг в зале. Отлично, вместе мы семья Коваль. Так, гости дорогие, запоминайте опоздавших, что мы и начнем. Тяжело вам сегодня придется. Молодым людям, вот вся свадьба вокруг них вертится, и при этом еще не надо жениться. Кто это? Свидетели, да, абсолютно верно. Настоящие звезды и надежды отечественного шоу-бизнеса, группа «Непара» у нас в гостях, Алексей и Светлана. Россия, Москва. Тяжело вам сегодня придется. Светский фотограф Иван Шандыбин. Так, кто не похлопал Ивану зря, вот мои фотографии будут, бабушкины будут, ваших, извините, не будет. Иван Шандыбин. Так сразу полный ушла. Иван тоже сегодня в составе группы «Непара». Видеосъемка Андрей Рыбин. Диджей-музыкант Доминик Иман. Так, и я ваш ведущий музыкант Павел Богема. Сегодня у нас, я так понял, вся Россия приехала у нас поздравить. Город Кашин. Есть у нас представители Кашина? Поаплодируйте, пожалуйста. Так, город Кашин. Дверь. Дверь есть? Ребята, приехали? А, вот мы вам аплодируем. Спасибо, что вы с нами. Ну вы встаньте, пожалуйста, вы же. Лесной городок. Здесь? Спасибо, что вы здесь. Сапурово. Есть? Красивые такие. Орехово. А жена где? Подъезжает, хорошо. Дзержинск. А, Дзержинский? Да, прошу просить. Спасибо, что вы с нами. Да, а из Москвы есть кто-нибудь? Да, ребята, извините, а в Москву из какого города приехали? Если вы из Москвы, то вы должны знать, кого больше всех не любят москвичи. А, коренных москвичей, понял. Друзья, знаете, без вас не начинаем, видите? Присаживайтесь. Итак, первое слово для почетного поздравления предоставляется почетному свекру и свекрови Валентин Кириллович и Ольга Сергеевна Коваль. Аплодисменты вам. У
вас миссия, как у Юрия Гагарина, который сказал одно волшебное слово. Поехали, да, это такое началось. Пожалуйста. Мне горько, не только мне, но я думаю, папа с мамой, Анечкой, тоже так же поддержат меня. Мне горько, что вы все-таки покинули наш отчий дом. Горько. Да, мы попробуем, друзья. Так. Так, как хорошо, друзья, что Путин разрешил по бумажке говорить, да? Да, папа, вино пробуем сейчас. А все пробуем, друзья, выше бокалы. Пробуем. Так, как на вкус? Не слышал? Горько. И подарки в студию. Друзья, но мы тоже готовились. Да. Ручная работа. Старшие представители Синьяковой, это для вас. Клод Мане. Спасибо, молодожены. Видимо, как подготовились. Так, кто знает, что значит два кольца? Единство мыслей. Единство мыслей. И планов. И планов. Красивый романтичный ответ, но неверный. Но неверный. А там девчонки сидят, хихикают, говорят, это наручники. Нет, тоже неверный ответ. Нет конца, нет начала. Вечно, все равно бесконечно. Да? Нет, мужчины-спортсмены обычно говорят, что 2/5 Олимпийского кольца. А вы знаете, что такое кольцо? Я сейчас придумаю, вы не переживайте. Да. Вот там мужчина сидит, автолюбитель, говорит, половина Ауди. Молодец. На свадьбу пришел парень. Мне один жених вообще однажды сказал. Говорит, в мире существует два типа машин. Первый это Audi, все остальные стиральные. Аплодисменты опоздавшим. Друзья, без вас не начинаем. Пожалуйста, рассаживайтесь. Наполняются бокалы. На самом деле, друзья, это не два кольца. Это 2 нуля. Первоначальный банковский счет молодой Синьяковой. В связи с чем все внимание на банк молодой семьи. Да, вот такая волшебная коробка. У каждого гостя сегодня будет, у каждой пары возможность поздравить молодоженов. И после поздравления можно будет подарить свой подарок, если таковой не подарят. А цветы можно сразу подарить. Мы же без вас не начинаем. Аплодисменты. Дорогие мои, опоздали, конечно. Да, еще кто-то из гостей пришел, но не подарил цветы. Сейчас мы подарим цветы. И самое главное, беречь друг друга. Спасибо. Пожалуйста, рассаживайтесь. Полные бокалы в студии. Слово для почетного поздравления предоставляется. Вот сейчас Дмитрий подумал, для кого мама, а для кого и теща. Так, вы теперь не просто такая гражданская теща. Самое, что ни на есть, официальная. Светлана Борисовна и почетный тесть всей Руси Сергей Алексеевич Серьяносов. Выше бокалы, друзья. Да, сразу.
Дорогие друзья, первый кирпичик в ипотеку заложен. Барабанная дробь, аплодисменты. Но мы тоже не без... Конечно, конечно. Только нам? Да, мы же подготовились тоже. Не просто так. Картина Клода Моне «Семья Носовых». Так и называется. А можно нам показать? Можно. Друзья, не слышу ваших рук. С автографом автора. Спасибо. Друзья, не вижу вверх поднятых бокалов. Все, все, все. И от семьи Носовых. Два коротких, один раскатистый. Гип, гип. Коваль Форева. А вы еще вино не попробовали? Все пробуем, папа, как на вкус? Горьковато, горьковато. Горчит, друзья, горчит. Не слышу. Горчит, горчит, горчит. Давайте. Господа, вот вы не кричите вот это противное слово на кругле. Нет, ну они еще разогреваются, тренируются. Не все же должно получиться в первый вечер. Одна претензия у меня к вам есть. И к вашей паре, и к вашей. Не научили целоваться. Не научили. В связи с чем, сейчас сами молодожены кричат это противное слово на букву «Г», родители исправляют ошибки молодости. А мы с родителями поднимаем. Один кто-то даже стоя может сделать. Не слышу вас. Горько! Не слышу вас. Горько! Тогда до вас. Не слышу. Раз. Два. Раз. Два. Есть, родители, за вас. Спасибо. Выше бокалы, друзья. В честь двух семей, Носовых и Коваль. Два коротких, один раскатистый. Гип-гип. Родители, спасибо вам. Да, аплодисменты для бабушки Лидии Федоровны. Полные поклонности, друзья. Хорошо, хорошо. Друзья, пока наполняются бокалы. Да. Я буду держать. Хорошо, хорошо. Сегодня день большой у Ани и у Дмитрия. Сегодня строится семья, фамилия. И впереди у вас дорога, линия. Так пусть дорога ваша будет долгая, счастливая. Есть три важных слова на земле. Их, конечно, знают все. Труд, любовь и музыка. Вот они. Они и есть путеводные огни. Ведь человеческая жизнь – полет. Когда ты трудишься, живешь с любовью – твоя душа поет. Служите делу своему и матушке России, когда бы все, куда бы вас судьба не уносила, служите преданно друг другу, родителям, родным всем, всем друзьям. И, разумеется, служите своим детям. Пусть музыка звучит в сердцах у вас, поскольку музыка, она ведь вечна. Чтоб никогда вы не забыли свадебный свой вальс, и ваше счастье будет с вами бесконечно. А пока, Горько. Не слышу. Дима и Аня, я вас очень люблю. Поздравляю, желаю вам счастья и всех пожеланий. Всего доброго, родные мои. Вышли бокалы, друзья.
свидетельство о браке. Правильно, да, абсолютно. Это вот этот документ, с которым нас сейчас ознакомит группа Непара, наши почетные свидетели. Пожалуйста, вам слово. Сейчас мы вас с этим документом ознакомим. Свидетельство о заключении брака. Коваль Дмитрий Валентинович. Гражданин России. Русский. От 5 июля 1985-83-го. Город Москва. Носова. Анна Сергеевна. Гражданка России. Русская. 30 сентября 1986 года рождения. Город Москва. От 8, заключили брак от 8.07.2016. Полгода репетировали, видите? Получается. Да. Не печать перед Алексеем. Заключение брака присвоены фамилии. Мужу. Коваль. Жене. Коваль. Место государственной регистрации. Дворец бракосочетания номер 1, управление ЗАГС Москвы. А печать есть? Если нет официальный документ, да, то в самом низу должен быть номер, его нужно озвучить важное. Кто запомнит, да, вы знаете, сейчас... 7705. Не бывает таких номеров. Это серия. Это серия. Нету номера. Фальшивый. Завтра еще раз пойдем. Сверху номер. Не, Алексей, сразу видно, не женат. Не женат. Все правильно. 77-00. Не бывает таких номеров. Там же в начале что-то должно быть. Викторе Победа. МЮ. Номер 77-00. Не бывает таких номеров. Вы тоже не замужем, да? Есть такой документ? Может, мы их поможем? Я с удовольствием, но как? Алексей, сейчас проводится кастинг вот туда вот, ЗАГС номер 1. Ну и чем вы ждали вот это? Власть сюда, на межштатом Оклахома, объявляю вас мужем и женой. Нет. Такие сомнения, а? Ну, давайте еще раз попробуем. Ребят, поаплодируйте, пожалуйста. Поставлено? Нет, акт. Номер в конце. Ну вы правильно сказали, вот это он. Читайте. Просто читайте вот этот номер и все, я от вас отстану. Ну читайте с самого начала только. Попробуйте. Вот. Уже лучше. Да. Друзья, кто знает, что это такое? Римская 5, абсолютно правильно. Виктория Победа. Микрофон. Виктория. Какая Виктория 5? Откуда? Это римская цифра. Это римская 5. Римская 5. Алексей, давайте вы. Так. Группа не пара, друзья. Синхронность. Пятая. Правильно? 5. 5 просто. 5. МЮ. Молодец. Номер. 77-00-57. Ура! Ура! Да. Все чурки тут трясутся. Ладно, я никому не расскажу. Супер, ты сегодня? Автомобиль. А девушка думает, что она на поле чудес пришла. Там другой дядька усатый ведущий. Это вы сейчас про свои мечты мне рассказываете? Что? Кусочек торта от молодых. Кусочек торта от молодых. Не, его продавать будем. Что за богатые призы такие. Есть какие-то? Да. Лотерейный билет. Лотерейный билет я уже подарил, у меня один был. Как? Танец. Поцелуй, танец. Хорошего у вас аппетита, друзья. Значит, суперприз сегодня. iPhone 6 модели. Аплодисмент нашим спонсорам. Семье Коваль. Кто нам в конце свадьбы называет этот номер? Там суперприз от наших молодых. Аплодисменты. Ну, а мы все лучше, никому его больше не светим. Как запомнили. Андрей, сотрите там у себя. Так, если можно, аплодисменты молодой чете. Так, Анна Сергеевна, вам слово. Всем привет. А вот и мы. А вот мы, наконец.
Хочется сказать и спасибо всем, во-первых, что пришли, а во-вторых, в моей жизни удивительное такое совпадение. У моей свидетельницы и у жениха были дни рождения в один день. И, конечно, в свете подготовки к свадьбе Свету я еще не поздравила. Свет, подарок сдать тебе. Барабанная трубка. Спасибо тебе, дорогая, за подготовку к свадьбе. Дорогие Аня и Дима, я тоже буду краткой. Коротенько, минут на 15. Ты же вспоминаешь, что ли, что-то из детства? Да? Да. Да. Мы же ничего не знаем о вашем прошлом. Это было давно. Ты был совсем маленьким. Бабушка работала, мама с папой работали. Мы с тобой были вдвоем. Характер у тебя был чудный. Упрямство было твоим достоинством с самого начала. Ну и мы тоже не лыком шито. В итоге я говорю: Дима, ты не будешь завтракать, пока не уберешь за собой кровать. В итоге завтрак был, да, в половине второго. Все равно все-таки ты это сделал. Я говорю: Дим, ну а теперь мы с тобой пойдем в магазин. А ты спрашиваешь: а в чем я пойду? Ну и здесь уже как раз эмоции зашкалили. Я говорю: в трусах и каске. Ну а если говорить серьезно, мои поздравления. Пусть родные и близкие будут рядом. Друзья всегда верны. Разочарования и потери, их тоже в нашей жизни не избежать. Пусть будут полезны, а любовь необходима и спасительна. Долгой, счастливой, вот такой радостной жизни вместе, вот бесконечного счастья быть рядом. Вот, от души вам желаю. Спасибо. Вижу повода не выпить, друзья. Надежда Кирилловна, да? Тимофеева. Правильно? Мы вас поддерживаем, аплодируем. Данный объект называется камушек. Прочный, удобный, красивый камушек. Чтобы служил он подольше надежно, с ним обращайся, жена, осторожно. Наименование: муж, супруг любимый. Зачастей не будет, он будет тайным. Год и дата выпуска все же неизвестны. Сдан в эксплуатацию свадебный день чудесный. Основные характеристики: нуждается муж в превосходном питании, любви, уважении и понимании, в рубашках крахмальных и в брюках без складок, и в том, чтобы в доме был полный порядок. С друзьями нужны ему встречи порою и отдых под вечер в комфорте, покое. Возможно, зарядка и чаем, и пивом. Примечание. Работать с ним лучше в наряде красиво. Основные функции. Главное предназначение. В жизни женской облегчение. Должен муж жену любить, ей зарплату приносить, яркие дарить цветы, исполнять ее мечты, защищать и помогать, самый лучший называть. Дополнительная информация. Если жить в любви и мире, список функций будет шире. Техобслуживание. Чтобы работал муж исправно, говори ему: ты главный. Спорить с ним не торопись и на ласку наступись. Чтобы избежать поломки, не кричи на мужа громко. Чересчур не нагружай, береги и ублажай. Важно! Информация для потребителя. Муж – агрегат особо ценный, полезный, необыкновенный.
И чтобы счастье век прожить, супругу нужно дорожить. Я этот технический паспорт вручаю жене и от себя поздравляю с рождением такой красивой, замечательной семьи и от нашей семьи Коваль Войко. Зря вы были с нами. Громче. Нет, а теперь, а мы что, мы с тобой? Не слышу вас, друзья. Войко, семья Тимофеева. Аплодисменты вам. Защиту. Мы заметили. В нашей семье мне самой было 14 лет. Я лично ездила в Питер-Дома, и все детство провели с ним вместе. Поэтому мама дали мне как брат. И наше детство вместе пополам. И войну шли с тобой, и в парк ходили, и куклу учили, все это вместе. Поэтому сейчас я хочу поздравить моего маленького племянника. Он был счастлив. Ну, что такое счастье? Мы все здесь как бы дружные люди знаем, он счастлив. Я хочу, чтобы Анюта здесь была сделана во мне. Почему? Чтобы ты бежал домой и знал, что этот бриллиант тебя всегда будет ждать. И несмотря ни на что. Будут жить у вас и неправильные, и разочарования. Это все нужно пережить. Но вы то самое. Вам нужно жизнь. Это самое главное. Вы это все, конечно, потом поймете. Но сначала вот этот день, такой чудесный день, у вас новая семья. И вы не знаете, как друг с другом общаться. Для этого мы вам подготовили техпаспорта. Я хочу теперь прочитать про Анюту и паспорт жены. Это сложный механизм жена. Жизнь не каждому нужна. Очень хрупкая конструкция. Далее, наименование супруга-красавица. Запасные части не выпускаются. Дальше вот плодация, день свадьбы. Основные характеристики. Нуждается очень жена внимание. Душевный комфорт, лишки, внимание, волнок, красивых, цветах, комплиментах, во взглядах влюбленных и нежных моментах, в уходе, защите, нередко терпение, примечание. Бывает порой в плохом настроении. Основные функции. Мужа холить, обожать, дом порядок содержать, вкусно уварить, милые, непослушные быть, настроение поднимать, целовать и обнимать, счастье и покой хранить, коксы, передать и шить. Дополнительная информация. Если мы с женой договорятся, список функций может дополняться. Техобслуживание, Дима. Перегрузки, между прочим, для жены опасны очень. Хочешь, чтобы жена служила, помогайте друге милой. Для ее исправной службы приходить с цветами нужно. На подарки не скупиться, бережность необходима. Важная информация для потребителя. Не найдешь в жене запчасти, не найдешь такой второй. Сотни лет любви и счастья, мудро проживить жену. Это тебе, Дима, на Бали. Это от нашей семьи верная любящая. Вы всегда будете знать, что они всегда с вами. Чтобы вам было очень сладко, очень-очень, вот всю жизнь, я хочу, чтобы все крикнули «Войко!». Вот «Войко!» и все. Вот пусть им сейчас будет очень горько, а потом будет всю жизнь сладко. Друзья, «Войко!». «Войко! Войко! 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 Войко!». Я очень рада, что в нашей большой семье появилась Анюта, а наша семья появилась в вашей. Все, чтобы вам было мягко и в жизни. Давайте крикнем мир «Войко!» от всей души. Прежде чем научить молодых, как исполнять команду «Горько», я хотел бы сделать несколько еще пожеланий. А потом мастер-класс.
Так, хорошо. Ну, первое пожелание такое. Сегодня образовалась ваша семья, она пока еще маленькая, очень маленькая. И я желаю, чтобы она была большая, ваша большая дружная семья. И не надо с этим затягивать, начинайте прямо сегодня. Это первое пожелание. Дайте. И второе пожелание. Вот я смотрю, вы такие молодые, красивые, сегодня ваш день. И мы все немножко вам завидуем. Я сам немножко вам завидую. И я хочу пожелать, чтобы вы прожили жизнь так, чтобы вы друг друга любили, помогали, берегли, чтобы все время вам все завидовали. Не только сегодня, а каждый день. Счастья вам и любви. А теперь мастер-класс. Не слышу. Семья Корничук. Девушки, сразу до свидания. Ну, потому что делится на три, поэтому не 99. А поздравляю. Туда не люблю. Да, как жалко, что вы наконец-то уходите. Нас спрашивают, все понятно, да. Давайте с единички начнем, а то у нас не все до пяти научились считать, оказывается. Поздравляем. Знаете, специально для вас Тима не придумал песню. Топай-то свидание, слушай. Мужчины, поаплодируйте, пожалуйста. Так, девочки, давайте с этой стороны. Хочу, чтобы вас видели все. Девчонки, давайте с единицы начнем, а? Давайте, а то сразу 99. Раз. Правильно. Два. Поздравляю. Молодец. Четыре. Пять. Семь. Шесть, поздравляю, забыли аплодисменты. Высшая математика, да? Как вы легко раз сделаете с конкурентами? Девочки, готовы? Давайте с единички начнем. С высшим образованием люди, видите? Да, не бухгалтерия работает, нет? А нам лишь бы не из налоговой. С единички, девочки, поехали. Один. Два. Поздравляю. Четыре. Пять. Опять поздравляю. Семь. Восемь. Поздравляю. Девять. Аплодисменты. Увы, я обозрекаю. У вас было банальное число 10. Классная работа. Подруга, наверное? Я думаю, на вас не повезло. Сестра, да? Да, не повезло. Вы младшая, наверное, да? Хотя, младшая, видите? Да? Давайте еще раз с вас начнем. Хорошо. Один. Два. Счастья! Четыре. Пять. Поздравляю. Удачи. Нет, у вас семь. Подходите, пожалуйста. Да, вы знающий образ зеркала заднего вида. Классный. Девочки, собрались и поехали. Один, два, поздравляю. Четыре, пять. Горько. Семь. Восемь. Ну, наверное, поздравляю. Десять. Мы дошли до 10, аплодисменты. Свершилось чудо. Да. Милые дамы, в этой фантастика, да. В этой игре главное дойти до 30. Дальше все просто, все время поздравляю, поздравляю, поздравляю. Но потом как черный четверг для каждого мужчины резко 40. Это дело надо не пропустить, ладно? С 10, поехали. 11. Я говорю, с 10, поехали. 10. 11. Поздравляю. 14. А 13 я поздравляю, аплодисменты. Мужчины, чтобы вы не скучали, пока вспоминаем цифру 5. Классная работа. Да. Да, поэтому поздравляю тоже. Я же говорил, 13, оно на 3 недели, там же есть цифра 3. Да, девочки, можно кучнее как-то? Нормально? С 10 поехали. 10. 11. Поздравляю. Поздравляю. 14. Поздравляю. 15. У вас 16, аплодисменты. Рядом сестра там заскучала уже, по-моему. Классная работа. Может, с 20 начнем, а? 20. Поздравляю. 21. У вас 22, аплодисменты. Суровая игра на выбывание. Естественный отбор. Кручу-верчу, запутать хочу. С 20, нормально? 20.
Поздравляю. 22. Поздравляю. Поздравляю. 25. 26. 27. 27 лет золотые. Вот такие новости. Аплодисменты. Группа «Виагра» у нас в гостях. И я ее вокалист Валерий Меладзе. Вам аплодирует вся Москва. Вы фактически в полуфинале. Но кто-то один из вас лишний. С чего начнем? С 31? Поехали. 31. До свидания. Ну, девушки просто горячие, остывают. Группа, московская группа, «Три тополя на прыщине». Девочки, полуфинал нашей игры. Кто-то двое из вас получит памятные призы и подарки, а кто-то здесь лишний. С чего начнем? 50. 50? Нормально, поехали. 50? 51. До свидания. Аплодисменты. Финал нашей игры. Группа «Непара» у нас в гостях. Давайте вы с этой стороны, вы с этой. Я сейчас буду проверять вашу реакцию. Буду рассказывать простое стихотворение из детства. Упрощается задача. Сейчас, если услышите цифру 3, кто из вас быстрее раз так рукой, тот и забирает вот ручную работу. Кошечку-то. Нормально? Что-то так заволновались? А? Ну, руку держите на готовности. Не, ну так слишком близко как-то. Простое стихотворение из детства. Ну, расслабься. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри... Хорошая у вас рефлексия, да? В слове «внутри» есть искомая цифра, но не в чистом виде. Надо в чистом, у вас остальные нервы. Понятно? Ну, когда три, услышите прям конкретно? Три, раз, так кто быстрее, тому и отдам. Нормально? Поехали. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри... Рыбешек много увидали. И не одно, а целых 13! Птички одновременно. Но это одно слово, девочки. Вот. Любят дамы поспорить, да? В числе 13 есть искомая цифра, но не в чистом виде. Вы думали, легко будет? Надо в чистом. Цифру 3. Дождетесь? Поехали. Люба болеет, там очки держит. Поехали. Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. На старте лучше не хитри. Команду слушай. Раз, два, восемь. Лёва, бесполезно, да, слушай, живое споре, да, все равно. Фальстарт. Давай, сразу подойдем. Потом за вам переживает, где же тебе? Ручная работа. А у меня еще одна есть. Приготовились? Поехали. Когда стихи учить захочешь, Лёва, ты их не учи до поздней ночи. А лучше утром повтори. Разок, другой, а может 13! Дети будут еще. Много маленьких, да. Фальстарт. Однажды, сейчас до утра будем играть. Однажды утром на вокзале мне 3 часа пришлось прождать. Вот она, да? Да, чистая победа, полицейский. Ну, одна у вас есть, еще одну забирайте. Вас тоже без подарка не отпускают. Мы все хотим вас с таким радостным днем в вашей жизни, днем бракосочетания. Появилась новая, прекрасная, красивая семья. Ну и я коротко скажу. Беседки конструкции, сами разберетесь, главное живите в любви и в разуме. Дорогие Анна и Дмитрий, подарок вам судьба вручила, которого цены нет, любовь сердца соединила, и мы надеемся на много-много лет. Пусть будет мир в семье прекрасный, достаток в доме и уют, благополучие и счастье, и пусть вам годы радости вас ждут. Поздравляем, желаем долгой-долгой и счастья, и пополнения, конечно. Всего вам хорошего. А это наш очень...
Александр. От семья Калинушкина? Сестренка младшая, наверное, да? А вы присаживайтесь. Калинушкины вот стоят, чего-то ждут, непонятно чего. Горько! Горько! Калинушкины вот для вас. Не слышал? Горько! Горько! Отлично, от семья Калинушкина. Спасибо вам. Строителям. Там подсказывают даже. Бухгалтерам. Нам лишь бы не вдалоговать, да? Звукорежиссер. Он и коллега. Акробатам. Я смотрю, тут одни таланты. Боюсь спрашивать, но на всякий случай спрошу. Футболистам. Моряком. Моряком. А вы, извините. Я хотел стать героем. Героем, это ближе к теме уже. А вы? Водитель. Да? Да. Мечты сбываются, компания «Лукойл». Ну, там подсказывают, говорит, космонавтами. Ну, на худой конец, пожарными. Ну, было дело, честно говоря. Было? Было. Ну, сейчас в связи с чем полетим в космос? Ну, у нас есть успеть. Ну, можно спеть. Ну, когда вот полетим, можно будет спеть. Откидывайтесь, друзья, назад. Смертельный номер выполняется без страховки. Сейчас. Давай. Да, можно нам бутылку водки? Ну, космонавты не пьют, но так. Вернётесь левой рукой, хватайтесь. Левой рукой каждый хватайтесь, кто вам поможет там невесомость. Должна же быть какая-то твёрдая. Левой рукой. Смертельный номер, друзья. Будешь капитаном корабля. Давай, что там Гагарин говорил? Поехали! Давай, барабанная дробь, аплодисменты. Нет, не поехали. Сиди, сиди. Не надо. Первая ступень пошла, аплодисменты. Не готовы. Ладно, сейчас там попробуем. Вернитесь на исход. Готов? Ну что, поехали? Барабанная дробь. Есть! Первая ступень пошла. Вторая ступень пошла? Есть! Аплодисменты! Третья ступень готова! Четвертая ступень! Готов? Полетели! Есть! Ладно, ребята, на самом деле конкурс посвящается всем любителям животных. Все вспомнили восьминожку, потихонечку ногами перебираем и пошли на меня. Пошли. Хорош. Есть. Ребята, на счет 3.15 встаем. 3.15. Есть. А вам слабо? Поехали. Готовимся. Ребята, стулья давайте я вам поставлю. Зачем вы их двигаете? Встаньте, я сейчас поправлю стулья. И у вас все получится. Чуть-чуть сюда стулья. Вот, садитесь. Но с первого раза не получилось, со второго точно получится. Барабанная дробь. Аплодисменты. Первая ступень. Вторая ступень. Пошла. Вторая ступень. Пошла. Есть. Третья ступень. Барабанная дробь. Животных любите? Пошли потихоньку на меня. Хорош. Есть. На счет 3.15. Встаем. Ну почти. Есть, аплодисменты вам. Тяжелый, слушай, на вид не скажешь. Да, ребята, суперприз, это вам. Да. Не уронили, не разбили, ни капли не болит. Вам аплодируется Москва. Счастье будет много, перо мне писать, чтоб радостно, как в сказке, жить и поживать. Мы вас со свадьбой поздравляем, желаем жить в любви и здоровье. Конверт подарок вам вручаем, пусть он пополнит вас бюджет. Итак, вообще, я тоже много чего хотел сказать, но уже было сказано. Я хочу только лишь добавить, что в семейной жизни
скорее всего, будет очень много хороших моментов, но будет столько же и плохих. И поэтому важно держаться вместе, чего я вам очень сильно и желаю. И главное, это целеполагание. Никогда не опускайте руки, если вы идете к какой-то цели, потому что их вы можете опустить прямо перед финишной чертой. И никогда не достигнете этого. Горько! Так вот он, оказывается, какой, да? Молодой? Как он? Это дубль. Хотел поздравить с таким прекрасным днем. Подарить маленький скромный подарок, но с небольшим смыслом, что он подскажет. И все передаю другу. Вам звонит Анастасия. Дорогие мои, Анечка, Димочка, мы хотим вам сказать следующие слова. Мы себе молодая, всего нам только 7 лет. Но от нашей семьи, к вашей, мы хотим передать очень важное послание. Друг друга нужно терпеть. Да. Друг друга нужно любить, несмотря ни на что. Надо видеть только лучшее друг в друге, а все остальное просто не замечать. Тогда вы увидите, что жизнь просто прекрасна. Ну и я так думаю, что догоняйте. С нас два, пойдем. А ну, примерно покажете? Одна сборка. С чего пример? С тем пример? Ну, у вас есть результат труда, у нас еще нет. У нас два. Один здесь, один был днем. Один пока еще спит. Уже спит. Про наш маленький подарок, Сережа, хотел рассказать. Это маленький бочонок счастья. Делала я его своими руками, пробовал шарные люди и так далее. Да, покажите всем, пожалуйста. Он маленький. Но мы очень старались. В нем есть две вещи. Вещь для здоровья. Самое главное внутри. Да, там вещь для здоровья, ну и вещь для финансового благополучия. Так что и того, и другого мы вам желаем, и, конечно, любви. Горько! А вы правильно делаете, что не уходите? Скажи, горько. Горько. Это для вас. Семья Штурм. Ну, иди, давай, иди. Засмущали парня. Летит на восток, любимая, и пистол. А я сейчас и снесал, и поцелуй на губах. Немножко будешь с тобой, а с тобой. Шар, вытащи, ручка, хорошо. Летит на восток, любимая, и пистол.
вам и здоровья. Ребята, мы вас поздравляем. Сегодня очень замечательный день. Не только для вас, но, я думаю, для всех, кто собрался сегодня в этом зале. Тех, кто любит друг друга. Поэтому это сегодня день любви, семьи, верности. Мы вас поздравляем и желаем вам, чтобы эти слова были не только вот каким-то таким напутственным словом вам по жизни, но чтобы вы всегда, любя друг друга, прошли этот жизненный путь, потому что у вас большие примеры перед глазами, ваши родители, которые уже не один год живут вместе, в любви и счастье. Мы желаем вам всего хорошего. Это наш небольшой презент для начала вашей совместной жизни. Мы поздравляем вас. Это для вас. Не слышу. Семья Перпилова, спасибо, что вы с нами. Благодарю. Молодую семью. Нет, невеста на месте, жених вроде тоже. Не хватает неких, да, элементов женской обуви, таких как туфли. Да? Невеста пасая одним словом. Кто покусился на святое? Кто посмел? Тамада. Зовите меня просто человек праздник. Да. Группа не пара. Не пара. Да, Павел, выходи сюда. Нам... Нет, не выходите, идите сюда. Я хочу, чтобы вас да, вся Москва видела. Хорошо. Алексей, снова здравствуйте. А куда смотрели ваши глаза? Как это случилось? Я сидел там, не знаю. Сидел и ел, я забыл. Да. Есть какие-то таланты, может быть, стихи пишете, песни поете? Да. Могете что-нибудь изобразить, чтобы... Да. Нет. Да. Стихи, может быть? Нет, задумался, поверьте. Может быть? Ну, какая осень в лагерях. Зачем песню? Ну, конечно, да. С куплетом припел. С танцами, может быть, как... С бальными, с какими еще? Только с девушками. А ну, Светлане давайте поаплодируем тогда, что ли. Один медленный танцы и Камильфо. Светлана, как у вас с талантами до сегодняшнего момента? После первых 600 грамм. Да. За пол-литра эти люди творят чудеса. Ну, чтобы туфлю отдали, надо вот как-то... Частушки, знаете? А вы частушки пели? Сами украли, сами отрабатывают.
учитель просто сейчас за носков раздевается и все. Просто стой как шест, и она сама все сделает. Да, мужчина рядом стоит и говорит, пока они не лягут, ничего у них не получится. Давайте, ну еще один танец, и мы от вас отстанем. Да. Дэнс. Опа, Gangnam Style. Да-да-да. Gangnam Style. Одно отработали, бесспорно, молодцы! Ну хотя бы одно отдайте, чтобы результат труда был виден. Да, держите это вам. Алексею нужно срочно что-то делать сейчас. Да, спеть. Ты же должен был придумать что-то. Ну знаешь, что песню? Кроме русского никого не знаем. There was a time I just looked into my father's eyes. In a happy home I was a king of a golden throne. Oh, don't stay the god out of memory, out of world. I hear the song of the places when I was born. Don't you worry, child. It will happen. Да ты пробовал бы там дальше, мы все равно не понимаем, если не шпехи, ну, хреново. Да, ну. Вода по асфальту рекой. Есть гул. Ясно прохожим в этот день не похожий. Почему я веселый такой? А я играю на гармошке. С днем рождения. У прохожих на виду. С сожалению, день рождения только раз в году. Русские песни. Это аплодисменты. Группа не пара. О, без группы поддержки, ну что творить с вами? Борис Кем, ты вам. Спасибо. Чисто, чисто свобода. Мы должны вас поздравить уже немного сорвавшимся голосом, об этом мы уже предупреждали. Немножко неожиданно эти поздравления. Вот, мы желаем вам всего самого наилучшего. Любви, здоровья, счастья. Как врачи, главное, желаю здоровья. Это не очень. Соответственно, еще, берегите друг друга, любите друг друга. Вы самое лучшее, что у вас есть друг у друга. Пошли. Поздравляем! Горько! 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 Отступаем! Ой, зря вы так с нами. Семья Горько! Ваша соло. Раз! Два! Раз! Два! Раз! Два! Раз! Два! Раз! Два! Раз! Отлично! Семья Львовой! Спасибо! Я очень рад присутствовать на вашем замечательном событии. Я думаю, что... Точнее, не думаю, я даже уверен, что Дмитрий не зря сегодня выбрал такой день, в день любви, семьи и верности. Расписавшись в документе, присягнувшим на верность тебе, Анна. Надеюсь, то, что ты растет тоже мне в чем-то, ну, может, в мыслях. Обещаю. Поэтому, Дмитрий, Анна, будьте счастливы, любите друг друга, уважайте, доверяйте друг другу. Потому что без доверия нет семьи. И, Дмитрий, ну, хоть в твои годы уже пора бы маленьких. Карапузиков-то. Это
маленький вклад на пеленки, там, распашонки, там, ну, сами разберетесь. Куда ты? Горько! 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 Спасибо, Алексей. Ночная птица одна в осенней тишине. О том, с чем скоро разлучиться и будет видеть лишь во сне. О том, что завтра расправив крылья, полетит. О том, что жизнь глупа без риска, и правда все же победит. Свое сокровище, то руки невесты должны оказаться в руках вот этого молодого человека, который спешит, спешит на крыльях любви. Да, с этого момента, Дмитрий, вы в ответе перед этой юной леди, да, перед отцом и перед Богом. А наше дело подытожить, и сейчас можно это противное слово на букву «Г» крикнуть. Горько!
Горько! Почему только папа кричит? Не всем нравится!
ученой среде должен быть мальчик, то нужно будет денежку позолотить. Если вы болеете за девочку, то сюда нужно будет, соответственно, девочку. Если со всех, да. Можете, кстати, в соседний зал зайти, там тоже свадьба. Да, тоже, ну, кто-нибудь свидетелей когда считал, да? Если не дают на мальчика, спеши, станцуй, у тебя это классно получается. Не знаю, может нож в горло поставить, но мальчик должен победить. То же самое, задача. Вы могете, я знаю. Да. Дмитрий, если можно, музыку по айракишне. Но... Поехали! Ставки сделаны. Вот скорее мужчина там. Утешительные итоги. За девочку проголосовала сумма в 4150 рублей. Как это печально сказала свидетельница. Несите все в фонд молодой семьи, все до копеечки. А за мальчика проголосовала сумма в 3250. А 100 долларов ты себе на чай оставил, что ли? Ну а что ты их не посчитал-то туда? 100 долларов не деньги для вас, да, Алексей? Я посчитал. Из какого города вы приехали? Из Кашина. Из Кашина? Сейчас дай вот 100-рублевую купюру. Какой город здесь изображен? О, Москва. Москва, да? Точно, большой. Большой участок. Все жители Москвы вот вышли на тебя посмотреть. Да, на 100 баксов что? Кто изображен? Сейчас помню. 60, сейчас курс, да, по-моему? 54. 54. 7 тысяч ты можешь смело еще туда приплюсовать. Итог. Еще плюс 7 тысяч туда приплюсовать? Ну а что ты скромничаешь? Конечно. 8 тысяч. Че, парня с арифметикой, да? Победил пацан, друзья. Все, вход молодой семьи, все до копеечки. От всей души вам всего самого наилучшего. И хочу еще сказать, ловите каждое мгновение этого прекрасного дня. Оно больше, к сожалению, не повторяется. Всего вам самого наилучшего. Ну это же хорошо, что оно повторяется, потому что надо повторяться. Сделаю все нормально. Ну, дорогие мои, наши Тималия, хочу присоединиться к поздравлениям. Пожелать вам веселья, радости, поменьше всяких грустей. А чтобы у вас был всегда полон дом друзей, детей, гостей, веселья, денег и всего-всего, ну, все отправились. Дима, Аня. Горько! 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 А теперь вы, Горько для Ивановых. Горько! Ивановы, это для вас. Не слышал? Но родной. Дорогие Дмитрий, Анна,
повесили на тебя. Пройдя по всему городу, невзирая на взгляды, вот, и наши насмешки, так как мы старше, вот, ты прошел этот путь, вот, достиг цели, принесся домой. Вот. Ну, мораль такая, то, что ну, чтобы в жизни ты также не взирал ни на какие там сторонние проблемы, вот, стремился идти вперед, свою семью довел. До того благополучия. Вот. Желаем тебе и вашей семье, теперь уже ваше вот, здоровье, счастье и любви. Ребят, я хочу вам пожелать, чтобы по жизни вы любили друг друга. А самое главное, это с высоты прожитых лет, вы уступайте друг другу. Сейчас, может быть, это как-то звучит непонятно, но уступайте друг другу, и все у вас будет хорошо. Горько? Горько! Я поздравляю вас с этим торжественным событием. Здоровья, счастья, любви, того. Я вам желаю единственное. Взаимопонимание. Когда оно есть, оно как бы скрашивает все, что попадает в эту жизнь, в вашу жизнь, то, что в ней присутствует и что хотелось бы не видеть. Поэтому взаимопонимание – это самое основное – любовь, счастье, благополучие. Картинка запечатана, не буду показывать. Решил подрисовать, увлеклась ней высохнущей. Называется «Брызги счастья». Повесите на стенку, будете любоваться, в общем, радости, любви, праздника вашего. Спасибо. Дорогие наши Дима и Аня, мы вас очень любим, поздравляем, самые замечательные люди, все, которых мы знаем, и очень достойны друг друга. У вас большое количество талантов, которые можно перечислять очень долго. Аня, например, прекрасно готовит, ее рецепт публикуется в журналах, они у меня даже Дима хранятся. А Дима, он вообще волшебник, он научил нашу семью, как печь черный хлеб. Вот. Человек, пекущий хлеб, он не может быть плохим. И вам искренне желаем, чтобы все ваши таланты перешли к вашим детям и приумножились. Вот. И дарим вам... один агрегат, который, с одной стороны, будет помогать вам творить, а с другой стороны, экономить ваше время на кухне. А это, куда можно будет потом нагревать и складывать то, что вы приготовите. Ну и главное слово. Горько! Я смотрю, муж у вас любит поговорить, да? Горько! 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 Спасибо! Дима, хочу поздравить себя. Я долго думала, какой может быть подарок жениху вот на таком торжестве. Ничего не нашла умнее, чем также подарить себе картину с тем, что ты точно реализуешь в августе. Это всего лишь одна щука. Я уверена, что будет как минимум 10. Вышли ловить, а не букет. Девочки, только русские так футбол играют. Ну, что это такое? Сейчас все мужчины на вас. Какой выкидывай? О, пора, мать, пора. Итак, мужчины, вместе со мной. Раз. Низкий потолок. Блестящая работа в прямом эфире. Поздравляю. Аплодисменты, друзья. Невеста, можно поздравить.
вчера на девичнике упал цветочек в ведро, с которым рисовали. Так что, Лю-Юля, я запомнила. Смотри, Дмитрий встал на одно колено, сделал свое дело. Ой, сразу сколько советчиков, а? Ночью тоже вы подсказывать будете? Дима Шалун. Есть. Вот вы заметили, да? Вот жених стал здесь, эти где-то там подальше спрятались. Анна, давай его еще подпилим, а то еще начнется здесь. Подожди, так сразу. Вот, не льсти себе, подойди подближе, а? Давай. Не, Лёва, дай заберу. Да ты какие твои годы еще придут? Автарх Маликова, он может. Я тебе попозже что-нибудь посерьезнее подарю. Итак, милые дамы, вместе со мной. Раз. Вот всегда надо старше слушать. Молодец. Отец довольный. Качество Ани в твоих крепких руках. Вам на этой новой семейной дороге я желаю здоровья, долголетия, взаимопонимания, уважайте друг друга. И на этом пути я желаю вам идти рядом, держать за руки и смотреть в одну сторону. Мы очень рады, что часто вместе играли на даче,
нас, в общем-то, воспитывала наша бабушка Вера Мироновна, дедушка, вот, семьи приезжали друг к другу в гости. Вот, и, конечно, да, конечно, Диму мы знаем очень хорошо, Аню, с Аней почему-то познакомились. Вот. Что касается Димы, Дима, я могу вспомнить такую одну историю. Однажды Дима с родителями к нам приехал в гости, и, ну, это сколько, я не знаю, это было 12, 14, 15, ну, знаете, да, так всегда. Одна семья к другой приезжает в гости, и сразу вопросы там, младшим членам семьи, там, ой, там, а у тебя там есть друг, подружка, там, парень, девушка и так далее, вот. И Дима спросили, Дима, а у тебя есть девушка? Он такой, нету. А почему? А, ну, она просит печень купить, то это, а там крутишься. Тоже не помню такого. Так что, это очень хороший штрих, потому что сухо Дима хозяйственен и экономен. Что касается Ани, тоже было очень весело. В феврале этого года, значит, я как-то проверяю социальную сеть, вас такое сообщение, какая-то некая Анна Молсова. Привет, говорит, а скоро мы будем родственниками. Так что, что хотел бы пожелать этой замечательной семье? Ну, здесь много же всего сказали, так что мы уже, скорее всего, начинаем играть игру. Добавить ее еще не было. Вот. Я лично от себя пожелаю, ребят, чтобы у вас не только глаза горел тот огонь, который есть сейчас, чтобы вы его принесли, но чтобы вы друг для друга оставались самыми-самыми лучшими друзьями. Потому что очень часто лучшие друзья – это то, что не всегда дается супругам. И это очень серьезно обогащает это. Вот. Чтобы вы иногда, там, не знаю, могли там пожаловаться друг другу в чем-то, как-то утешить, успокоить. Вот. Может быть, иногда чисто по-дружески. Вот. И это в любом случае сделает ваши узы еще крепче и крепче. Вот. Ну, я передаю слово моему брату. Я присоединяюсь к поздравлениям. Наслаждайтесь жизнью вместе, веселитесь, рожайте и воспитывайте детей. Счастья и здоровья и любви. Тройка! Тройка! Погромче, да, бабушка, кричит погромче, не шепчи, не шепчи, бабушка, кричит погромче. Значит, слышно что? Да! У меня жена обычно говорит, я кричу, сейчас кричу потише, говорит. Ну, даже, волнуется, просто волнуется. Этого события я ждал, сколько я тебя знаю, 100 лет. Слушай, мы ждали очень долго, мы тебя знаем столько. Давай, ну, честно, 8 дней, честно, я не помню уже, посчитать не можем. Мы так очень рады, что вы это, вот с Анюткой так вот очень похожи. Вот ты сколько, вот сколько я тебя знаю там, ну пускай будет 8 лет. Ты Анютку искала эти 8 лет, и она тебе искала, может быть, эти 8 лет. Вы так очень подходите просто друг к другу. Мы просто очень счастливы, что вы нашли тоже друг друга. Мы за вас очень просто рады. Вы такие молодцы. Мы не знаю, как сказать. Мы сидим здесь и кайфуем просто за то, что вы вот нашли друг друга. Мы на самом деле собрались здесь ради этого. Ну, Дим, я дома хочу сказать. Ты знаешь, что в правительстве Москвы сейчас, ну, не указ, а приказ, именно так, что семьи, которые прожили, ну, здесь, наверное, такие есть, которые до 5 лет, я не считаю, это так, могут пойти подписывать, покурить, а те, кто больше 5, 7, 10, 17, 20, 30, 40, 50, они становятся вашими кураторами. То есть если у вас есть какие-то проблемы, все здесь. Мы желаем вам прожить столько же лет, сколько все, может быть, здесь взятые.
Ну, не будем про всех. Ну, хотя бы половину. Маму, папу вашу, да? Хотя бы столько же. Ну, я примерно о том же, но повторюсь. Значит, примерно молодые семьи, они же как дети, они идут, падают, идут, падают. Их же, тех, кому 5 лет. Подсказывай. Подсказывай. 15, 20, 30, 50. Поднимем, поставим, направим. Любовь вам, счастье, на улице, детишек, побольше. Ура! Ура! Спасибо! А теперь вы, свежий Горько для вас. Горько! Не слышу! Special for you! Шедевр кулинарного искусства. А, полежки? Чтоб печку топить. Готовимся к зиме. Пожи топить, да? Да, друзья, последнее испытание для вашей молодой семьи. Да, берите инструменты в руки. Рабочего и колхозницу нам покажите, и все, мы от вас отстанем. А у невесты где инструменты? Серпа где? Друзья, вы подсказываете, кто там в ДНХ был? Подсказывайте, москвичи. Не, неправильно что-то. Спина к спине там. Спина к спине. Да. Да. Платье сзади развивается. Похоже, не похоже? Нет, там не крест накрест. Просто вот сделайте. Вот. Похоже? Поаплодируйте тогда, пожалуйста. Станция метро ВДНХ. Побыстрее выходим из вагона. Друзья. Вы не аплодируете, и там видите, как все сложно. Тут главное, чтобы рука не трогала сейчас. Я поднимаю целиком этот брусок. Кому-нибудь. Ой, сколько советчиков сразу, а? А мы опытные, потому что. Я сказал бы. Девочка, попробуй этот. Нелегко дело спорилось, и скоро обрывалось. Есть! Для кого первый кусочек, а для кого и вот номер один. Да, есть, что обычно, один кусочек продают? Есть игроки вообще в зале? Все игроки, да? Друзья, ну вы нас знаете, мы люди не жадные, вот объявляем. Ну, сколько объявляем? Ну, стартовая цена 1000 рублей. Да, 1000 рублей, вы нас знаете, мы не жадные. Кто 2 скажет, тому и отдадим. Наверное. Да, есть? А я похож на банкомат, да. Есть проблема. А можно карточкой? Карточкой можно. Нет, хороший хозяин своего коня без навеса не оставит. Друзья, кто скажет 1100, а тот в игре. Ну, только руку нужно поднять, не так. Аукцион не все хотят играть, да, понятно. Давайте так. А где свидетели? А где свидетели? Да, вот, как хорошо, что вы здесь. Да, я вам даю такие два подноса, да. Свидетельнице тоже нужно поднос. Ну, давайте пока этот. Смотри. Ну, понятно, что все хотят поучаствовать, да? Давайте так. Кто вот сюда? Пока 1000 рублей. Пока 1000 рублей. Всего
А это сразу там... Да, повезло вам с мамой. Да. Смотрите. 100 рублей. 100 рублей. Кто положит на поднос, тот и забирает. А вы работаете пока. Лот номер 2. Да, 100 рублей есть у кого-нибудь? Да. Кладите сюда на поднос, и вы в игре. А потом у нас под такое. А сразу. Да, хорошо работаешь, Алексей. А я только в долларах. Да, нам... Ну вы положите. Положите. Ну, положите. Вы в игре? Да. Все, вы в игре. Как вас зовут? Надежда, если сейчас никто 100 рублей сверху не положит, то сразу парень 2 принес. Лев, вы в игре. Вы в игре. Если сейчас никто не перебьет, минимальный шаг купюры 100 рублей. 100 рублей. Да. Кто последний, тот и прав. А ты мне имена говори того, кто положит. Пошел. Ой-ой-ой. Раз. Как зовут? Александр. Александр в игре. Александр, раз. Александр, два. Александр, ты сейчас вот весь один кусок. Александр, 2,5. Александр, 3 на ниточке. Александр, а подождем. Куда, Саша, спешить, да? Вы же не спешите, правильно? Может, у кого-то еще 100 рублей найдется? Ну что, 100 рублей же не деньги, правильно? Александр, 2. Не, Александр, 1,5. Да? Куда спешить? Александр, 1,5. Александр, 2. Александр, вы хоть руку поднимите, что вы в игре, Александр. Александр, 2,5. Александр, 2.75, 3 продано, продано. Аплодисменты для Александра, победителя нашего аукциона. Все остальные получают торт на халяву. Спасибо, Саша. Все, он молодой сын, все до копейки. Все, волшебный сундучок, молодой. Александра, поздравляю, блестящая победа. Игрок. Игрок. А, ты на часы посмотрел, да? Облака на юг, пальмы над головой, веер как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно воск в руках моих. Ча-ча-ча, а-ча-ча, где же ты, где? Новый ласкает усталые скалы. Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Только мы на воде. Не люблю тарестей, женщины и мужчин. Пахло как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Серая в камыши, а цыганская дочь с любимой в ночь по родству бродячей души. Так вперёдся цыганской звездой кочевой на закатке дрожа паруса. И глаза глядят с безприютной тоской по грабеющие небеса. И вдвоем
по тропе, нам встречу в судьбе, не гадая, ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так терялся в цыганской звездой, кочевой на закатке дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской по тропе, чьи небеса. Цыганских звездой кочевой, но ревущих и нужных широт, где звери пая, как божья петла, океанскую пылью несет. Так берется цыганских звездой кочевой, но ревущих и нужных широт, где звери пая, как божья петла, океанскую пылью несет. Сейчас поем в форме диалога. Я начинаю, вы продолжаете. Давай, давай. А? Танцуют все. Все, кто песню помнят, знают и любят. Поэтому я начинаю, вы продолжаете. Счастье вдруг постучалось. Молодцы. Неужели верю? Падал снег, осень поросилась. Сколько лет лишь тебя носила. Пиши песню. Друга в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с любовью, встречи с тобой, вез я тебя такую таманья, знаю, это было не зря, все на свете было не зря, не напрасно было, и пришло, и не жди, хорошо, без тебя мне на свете тот, кто ждет. Как бы жить, лишь бы все не напрасно было. Танцуют все. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с любовью, ради этой встречи с тобой. Дорогие друзья, родственники, друзья, одноклассники, спасибо вам огромное, что присутствовали на нашем торжестве. Очень рада вас видеть. Ну, будем надеяться оправдать ваши ожидания, то, что действительно будет, ну, что у нас действительно будет крепкая семья, у нас действительно будет много детей. Наше счастье будет это действительно безгранично. Спасибо вам, что вы пришли к нам на торжество. Спасибо огромное. Ну, жених, как и в ЗАГСе, сказал уже все. Муж. Уже муж. Ну, спасибо, что вообще сделали этот вечер. С вами весело. И вообще очень классно.
поэтому... И вы все очень классные, каждый там индивидуальный и все вместе. Вот. Ну, надеюсь, когда-нибудь, может быть, на годовщину, там, на рождение детей тем же составом собраться. Это будет клево. Спасибо. Только! 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 Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Очень научили! Молодцы! Научили! Stay.